Это породистый пес из клана бельгийских швейцарских овчарок, о чем свидетельствуют документы на его прямых предков, маму и папу. Арчи 7 лет. Так получилось, что отдал его в приют сын бывшего владельца, который безвременно ушел из жизни. Дом продали, а в квартиру Арчи забрать не смогли. До приюта он содержался во дворе, но не на цепи. Возможно, квартирное содержание. Арчи достоин проживать вне стен приюта и ждет своего нового владельца. По нашим наблюдениям, испытательный срок 2 недели достаточно людям, чтобы понять, их это собака или нет. Ну и, конечно же, крупных собак, да и мелких мы рекомендуем сразу вести на дрессировочные площадки к специалистам, кинологам, инструкторам, и чтобы они помогли и воспитать собаку, и научили людям понимать эту собаку, особенно у кого нет опыта содержания собак, это очень полезно. Арчи ждет своего владельца в приюте «Надежда». Обращаться по телефону 8 927 604 44 84.